78 и 2,5. Вот видишь? Как я бандажирую все, да? Да. Ну, попробуй. Подержи вот так, Наташка. А там тоньше, да? Угу. Там вот она расплетенная. Где? Ну вот на тетиве. Нет. Такая же? Да. Только может тоньше. Ну что, получается? Тебе мотать, Наташа. Если да, давай тогда клеем промазывать. Это мы хвостик завяжем, чтобы потом этой ниточкой вытянуть конец, в середину затянуть. Так как он ровненько должен лежать, мы его привяжем. И вот это место мы заплетаем. Вот. Вот так мы закрепили. Продолжаем. Вот так. Это домик для мать. Летает обычно. Тянется. Вытянется такая большая. Да, я думаю, нет. Ну давай подтянем поближе. Вот так, да? Давай. Снег подтянем. Нет, ты тянешь. О, тихо. Вот так, да? Да, да. Клеем теперь можешь. А петля вытянется? Вытянется. Загадай. Конечно, не очень хорошо, Шаня. Саша? Крючок нужен. Чтобы вытянуть? Вытянуть, чтобы попасть. Ты так попадешь. Ты уже все же, да, сделала? Угу. Надо было... Стать подлиннее. Вот, затянули. Угу. А теперь надо ее
засунуть вовнутрь. Кому залезла? Ничего она не залезла. Сниму. Как ты делаешь? Ну, виток плитку. Виток плитку. Ну и такое же количество нужно намотать. Вот. Сюда. Это будут наши петельки. Ты для толщины ниткой проложила, да? Да. Если ошибешься, то надо расплетать. Капля. Укрепив здесь ушки, чтобы они у нас точно не протерлись. И будем делать середину. По образу, подобию старой тетивы. Вот так вот. И надо вот здесь, в серединке, промотать и сделать седло для спины. Ну, вот так. Сейчас эти тела сразу порвется или пару раз можно будет стрельнуть? Чего? Не знаю. Я делаю не на один раз. Примеряй. Села, да? Угу. Отлично. Оп, блин. Заодно могу показать, как наматывается. Наматы. Коляка заболел. О. Коля заболел. Наматываем повторно витки. Так, для того, чтобы заделать кончик, вот эту нитку, как ее заметать или спрятать, есть такой способ. Мы делаем петельку из другой ниточки, ее привязываем, примотаем основной, а этот кончик мы заденем в петлю, просунем и вытянем этот кончик, и он спрячется в наш бандаж. Начнем. Этот метод из радиоэлектроники к нам пришел. Да-да. Вот сейчас мы это и сделаем. Сколько витков? Ну, думаю. Так, ну все. В петельку просовываем ниточку нашу.
хвостик потихонечку. Ну давайте еще и клеем возьмем и отрежем. Что-то типа того. Надо еще замазать, значит, клеем. Ну так тоже пойдет, да? Ну. Теперь хорошо все промажь. А, еще бандаж по краям, да? Бандаж на ушках мы усилим. Вот тетива готова. Высохла. Кевларовая наша радость. Правильно ее совместить еще. Лук. Наоборот. Она получилась чуть-чуть длинная тетива. Так вот стрела, вот паз для стрелы совпадает. Надо. О, все. Села. Везде села. Проверяем. Длинноватая. Ну это как тренировочная получается. Слабый, чтобы когда слабый удар, вернее еще рука слабая, как раз тренироваться. Тетиву нельзя в натянутом состоянии держать, но это плохо и для лука, и для тетивы в принципе. Она должна быть снята, то есть отработал, снял. Отработал, снял. Ну мы так на картоночку ее сейчас оденем и отдадим. Если понравилось видео, ставьте палец вверх. Не забывайте подписываться на канал. Конструктивная критика приветствуется. Смотрите другие наши видео. Заходите на наш блог «Дело на выходные».